Доброе утро. Сегодня погодка хорошая. Мы дома. Начинаем. Ту у меня показывала. Блин, тут засыпано все. Ага. Вот оно здесь. Там дальше засыпано. Да, и дверь. Хотела опять кост сарая оставить. Нет, сейчас Дэнни скажу, чтоб прочистил вход. И сегодня выведу на улице. Погодка вообще не ветерочка. И прям, я даже не знаю, как это. Может быть, минус маленький-маленький. Хотела сказать, может быть, плюс, но что-то не капает. Ну, прям вообще такая погодка. Всю неделю козы мои сидели в сарае. Не из-за погоды, а из-за того, что мы работаем, а козы начали рожать. А мы приезжаем поздно. И вот чтобы... Ну, когда она родит? Может, ты его видишь, и она родит, да? Одно дело, она родила на улице. У меня это не редкость. И ты их забираешь и отводишь по-быстренькому. Вот, и поэтому оставляла в сарае их всю неделю. А сегодня прям замечательно. Все-таки выведу их сейчас. А потом пойдем в сарай. Так, сено, видите, была вот эта вот половина, вся сено пусто. Уже сено остается немножко, опять не знаю, хватит, не хватит. С сеном беда, каждый год вообще прям одна и та же. Что купили, то купили, а его не остается. Так, это валяется, они стояли. Вот здесь вот, представляете, какие были снегопады, ветра. Они упали, шифер этот. Он упал просто. Лавка, она с улицы, просто сюда занесена, чтобы она там не мокла на улице. А эти попадали. Вот здесь вот все было. Сено. Уже даже не половина. Уже даже, видите, сколько остается. Так, буду забивать кормушку. То у меня бывают такие случаи, когда... Ну вот несколько раз в жизни. Ну вот, несколько раз. Иногда бывает такое, что ты ходишь по хозяйству, не можешь угомониться, и это еще сделаешь, и это уже думаешь, да блин, сколько ты здесь будешь ходить уже? Уже сколько часов, иди уже домой, все. И нет, и все прям тебе туда хочется, и туда хочется, вот такое настроение. Это редкое настроение, не всегда. А сегодня у меня такое настроение, я не могу, я не хочу так все это делать. Вы не представляете, вот сейчас через какое не могу. Какая борьба у меня сейчас сама с собой, что я преодолеваю. Я просто не хочу вообще все это. Прям вот никак я себя заставляю. Поэтому сейчас надо будет натаскать сено. Ничего не хочу. Даже по-быстренькому выйти не хочу прям вообще. Через силу хожу здесь. А еще столько сейчас дел всяких в сарае. Полно вообще.
ногти так мешаются. А записано, естественно, записалось. Прямо убрать всю вообще длину. Прямо убрать вообще всю длину. Ну, не под корень, немножко, чуть повыше. А, потому что, ну, надоело вот это вот все. И надоело, и сейчас уже ни к чему. Сено берешь, ногти чуть ли не назад выгинаются. И началась такая пора, сейчас уже доить, кормить детей. И надоело просто вот это вот. А у меня же образ жизни другой, и это просто мешает. Мешает и нервирует, но записалось, а еще столько надо было ждать, но вот сейчас еще осталось несколько дней подождать. Очередь свою я имею в виду. И пойду. Маникюр сделаю тоже, покрашу, но длину убрать. Дэнни пришел, сейчас отчистит вот здесь вот, потому что прям занесло вообще. Неделю-то не было, нас не было, а снегопады были, Дэньки в смысле не было. Мы-то приезжаем поздно вечером. Не туда, стань к лесу задом, ко мне передом. Не туда, пардон. Приезжаем поздно вечером. Тут бы откопаться до дороги. Вот там, где стоят машины. И вот, вот это, видите, там до дороги такое оно немаленькое расстояние-то. И нужно вот это вот откопать. Вечером, с утра нужно откопать. Дэнни-то среди недели сюда не приезжает, он учится. Эй, помогальщик. Помогальщик. Испугался. Ай, Денька наш трудяшка отдалбливает дверь. Смотрите, у нас вот напрямую дорога от двери, да? И вот она вот тут, вот тут, вот тут, вот тут была. А в этом году очень сильные снегопады. Казалось бы, они всегда были сильные. Но нет. В этом году, думаю, чем нас можно удивить? Нет. Дорога всегда была сюда. Потом ее заносила. Мы тут подальше ходили. Заносила. Мы подальше. И, короче, сейчас все заносит. У нас осталась уже дорога вот здесь. Вот видите? Была вот там. Теперь уже мы ходим вот здесь вот. Ну, потому что, представляете, сколько здесь километров откопать? Кто будет-то? Ночью будем копать. А он все равно идет и идет снег. И вот так я говорю, скоро вот там он. Через соседей будем ходить. Целый день же на работе. Вот сейчас туда в обход. А раньше вот тут прям раз... Напрямую, напрямки, как наша бабушка моя говорила всегда. А тут, видите, а тут, ну, не видно, в камеру это не видно. Тут по пояс. Все. Хорошо вовремя уток унесли с теплицы. Не, ну, если бы не унесли, откапывали бы, конечно. Дэнни, сейчас будет докапывать. Я сено один вон с той стороны, не видно. Копилочки или украшения, как из дерева, вырезает один вон, другой вон он. То львы с колоннами, у нас кошки. Вот, Дэнни сейчас заделает. А я иду в сарай.